Добрый вечер, я Федюн Федор, со мной капитан команды Атлетико Гран Кочерян, капитан команды Титан Максим Стрекалов. Ребят, как вам сегодняшняя игра? Кому ящик пива достался по итогу? 2-2 закончилась встреча. Я? Вот, ну, написано. Ну, сначала спросите, а никому, никому не достался ящик. Не, почему продавщица в магазине остался? Игра была равна, играли две хорошие команды. Правда? Так сказал или Артем, или Леня. Наверное, после первого тайма. Наверное, Щегол Пестрожопый сказал. Щегол Пестрожопый, да, так и есть. И Билли Джин насрал в кувшин. Да, и Билли Джин насрал в кувшин, это точно. Царь про Леонида. У него очень много имен, никто не знает точно, как его зовут. Вот. Ну как вам игра сегодняшняя? Мне кажется, Сафронов начал перебарщивать под конец. А кто это? Тот, с которым ты ругался и мяч сейчас забирал. Я ни с кем не ругаюсь. Я сказал, что ты самый миролюбивый человек. Ну вот, пускай он говорит, потом я еще скажу. Максим. Сафронов? Да. Да ничего, пойдет. Ну что, ну. Хотелось бы, конечно, мнение тренера услышать, но тренер лежит, отдыхает без пива. Все хотят выиграть. Ну что тут такого? Ничего, это обычная борьба. Ну, обычная борьба. Да. Согласен. Да. Согласен? Я уже сказал, куда он пойдет. Я ничего не буду. А ты его послал? Послал. Да? И не раз. И ты доволен? Что, ты хочешь комментариев от меня? Да. Ну когда он вот так вот ругается, улетает куда-то в сторону пасхи, потом бьет меня по ногам, я слово ему не говорю, он говорит, ну в руку же было, что ты от меня хочешь? Я весь матч молча играю. Что мне надо было ему сказать? Я Федя, хочешь, чтобы ты ему прямо пойти? Процитировал, куда он тебя послал? Ну, камера, и как я тебя процитирую? Не знаю, Щегол Пестрожопый и Билли Джин насрал в кувшин. Я его послал не в аптеку. Справедливо. Ну вот. Справедливо. А я в конце репортажа сказал, что ящик пива мне достанется. На, раскатай губу, закатай обратно. Вот, блин, вот. Не, ну давай про команды. Прокомментируйте игру Атлетика, пожалуйста. Почему Атлетика? Я за тебя твою работу делаю? Прокомментируйте игру Атлетика. Мне кажется, он начинает Атлетика. Пассивно-агрессивно ко мне как-то настраиваться. Успокойтесь. Ну, что сказать. Атлетика, в принципе, неплохо. Вот по сравнению, какую говняную товарку мы с Прайдом сыграли, вообще бесхребетную. Сегодня, я считаю, ну, хорошая игра. Где, кстати, Артема Кукушкина сегодня потеряли? А он уехал. С мамой за вещами поехал. Да, с мамой за вещами поехал. В школу? Нет, стой, ты про Атлетика у них не спрашивай, меня будешь спрашивать. За Титан у него спрашивай. За Титан давай. Ну, хреновенько. Ты же капитан Титана, да. Не знаю, ну хреновенько что. Такое себе? Да. Хорошо. Можно ворваться, можно ворваться. Врывайся, да? За Титан. Прямая трансляция Данил Молчанов. Я скажу за Титан. Титан был сегодня хорош. Мы разговаривали с Ренатом по поводу штрафных, то, что сегодня будет, сегодня он не забьется штрафного. Мы полностью накрывали. Был отдельный спор на это. Не, отдельного спора не было, но Титан. Титан был красавчик. Титан был красавчик. Но все, что мы сегодня хотели сделать, мы сделали. Мы закрывали, мы не давали моменты. 100% моменты у них не были как таковые. Да, они разыгрывали, они терялись, но при этом они хороши. Они хороши, как команда. Моментиков у них было побольше. Побольше. Сегодня я, в принципе, очень хреново сыграл, то, что не забил. Сафрон, где-то он был эмоционален, но он вытягивал игру на себя. Они винили Сафронова, но при этом парень красавчик, парень вытягивал игру что в моментах навсегда. Не, ну, были конфликтовали. Ну, это эмоции, парни. Так он сам потом налез. Я не рассказал, и все. Как бы мы никогда не конфликтуем, но на поле мы были не друзья, как бы это была игра такая, ну, эмоциональная. Да, я весь матч эмоции. Говорил, что у вас очень хорошая мужская борьба. Не, мы заранее договаривались, что никаких друзей понятно, на поле понятно, нет. Понятно. И теперь после поля тоже. Конечно, мы так с Ираком тоже дружили когда-то. Согласен. А можно теперь я скажу? Конечно. А, ну я со стороны Атлетика хочу сказать, Титан вообще какая-то странная команда. Я не знаю, назвались как железо. Если они железо, то это ртуть, они жидкие какие-то типы, я не знаю. Что они могут? Один Абгарян. Сколько он сегодня сделал? Что он сделал? Ворот не попал, бедное то дерево, снесите его к чертовой матери. Я так и сказал, что там дерево упало. Да? Да, мы читаем мысли. Нет, что на ушко брехня, сюда, пожалуйста. Сюда. А я думаю, там и так слышно было, в принципе. Ну, может быть, а я да. не знаю. Ну, это проверим, если там не будет потом слышно, я тебе расскажу. Хорошо. Как ты мне секретики рассказываешь? Да, рассказываю. Вот, так и я. Ты хочешь секретик, чтобы я сейчас здесь открыл? Нет, нет. А когда интервью выйдет? Завтра, послезавтра. Никогда. Тогда не буду говорить. Тогда не говори. Тогда не скажу. Хорошо. Но что-то интересное. Оно иногда выходит прямо день в день. То если Руслан сейчас не скучно будет, он сядет сейчас монтирует. Ну хорошо, давай по-другому еще сделаю. В Титан перейдет на кубок. И это всем известно, заявились. И за нас будет играть один человек из Авангарда. Вау! Пока этого достаточно. Кто есть знает? Есть догадки? Супер 8? Не знаю, может быть кто-то из Питера. Кто знает? Может пока кто-то из Питера? Может быть. Может быть, я не знаю. Я, кстати, жил в Питере. Ну ладно. Но я не из Авангарда. Я краснодарский местный. По лицу виду. Хорошо. Все, ребят. Все, заканчиваем да. на сегодня. АФЛ Лайв закончилась, да? Да, АФЛ Лайв закончилась. Давайте.